Всем привет, вы находитесь на канале Слава Шнацкас. Сегодня у нас будет обзор на грузовик Фредлайнер. Ну что, давайте начнем. Покупка грузовика от дилера брендов из модификации. Изменить конфигурацию. Три кабины. Давайте поставим третью. Шасси. Разные шасси у нас. Вот. 8 на 6, 4, 6 на 4, 6 на 4, 300 галлон. Двигатели всякие разные. Так, коробки передач. Пускай это же останется. Интерьер. Ой, много, слишком много разного тюнинга. Флажки. Латон. Кола. Баки под покраску. У нас тут еще есть шторы, рация, рули, салоны. Давайте прокатимся. 760 литров бак.